Охота на пациентов. Сотруднику немецкой клиники, который уже осужден за убийство нескольких человек, предъявлены новые обвинения. О самой масштабной гибели людей в истории современной Германии расскажет Татьяна Лагунова. 90 человек – самое массовое убийство в истории послевоенной Германии. Медбрату Нильсу Хегелю предъявлены новые обвинения. Его подозревают в преднамеренном убийстве десятков пациентов в клиниках Нижней Саксонии. На кадрах из зала суда Нильс Хегель прячет лицо за красной папкой. 2 года назад на этом заседании его признали виновным в убийстве 2 пациентов и попытке убить еще 4. И приговорили к пожизненному тюремному заключению. И вот сегодня прокуратура Нижней Саксонии заявила, жертв могло быть намного больше. Следователи эксгумировали останки пациентов, которые скончались в клиниках Ольденбурга и Дельминхорста, где работал медбрат. И пришли к выводу, он мог быть причастен к их гибели. Нильс Хегель вводил больным большие дозы лекарств, чтобы спровоцировать остановку сердца, а потом пытался их реанимировать, чтобы выглядеть в глазах коллег героем и профессионалом, который спасает жизни людей. Раскрыли его случайно. Один из врачей заметил, что Хегель вводит больному смертельную инъекцию. Приговор Нильсу Хегелю пересматривать не будут, он и так отбывает максимальный пожизненный срок. Но расследование его преступлений продолжается. В прокуратуре говорят, что установить точное число жертв санитара уже невозможно, ведь тела многих пациентов были кремированы. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».